Всем привет, и в этот раз я решил сыграть в мою игру детства, но, наверное, не только мою, но червяки. Я играл только в эту версию, поэтому я в нее и буду играть. И начну, наверное, с истории. Я ее уже прошел давно, но я не совсем помню, конечно, там что, да как делать. А только первый, последний уровень там посмотрел перед записью. Ну ничего, сейчас мы пройдем все заново. Столовая съешь меня 2 дня до открытия. Ты на кухне. Я проверяю освещение. Там есть свет? Порядок? Вот здесь. Вот заработал, отлично. Что случилось? Ничего не видно, ни черта. Подожди, у меня есть спичка. Так вот в чем проблема. Ну что это? Опа, кто заказывал фитили для тротиловых шашек? Как мило эти фитили искрятся, если их поджечь. Фитили для тротиловых шашек? О, не. А, это мой противник, я думал, ты мой команд. Здесь и тротил есть. Безумие. Взорвался. Тротил? Этим можно воспользоваться. Уничтожить тротил. Тогда и столовая, червяки взлетят на воздух. Ну же, давай все разнесем. Ну, давай тогда. Вот, Евгений Онегин сейчас всем покажет. Блистать своими взорами будет, или что-то, как он Пушкин там писал. Так. Дробовик это просто лицо Онегина, поэтому именно это оружие использовать будет. Вот так вот, бум, так. Так, ныкать, черт, не сныкался. Ну что, -2. Этот уровень пока очень легкий, помню. Давай, что мне предъявишь? Что у тебя имеется, Васерна? Граната? О, спасибо, ты помог мне уничтожить здание. Солнце, поэзия, сейчас. Сейчас солнце поэзии добьет. Но только не дробовиком. Чем можно пооригинальнее как-то? О! Опа, бабуська! Сейчас бабуська взорвется вот так. Вот так вот. И бабуськи нет, и спарки нет. Все идет прекрасно. А, последний остался. Плохо. Чё ты на динамит смотришь? Чё ты делаешь? Чё ты в что стену стреляешь? Почему ты? Перед тобой червяк стоял. Вон. Ну все, солнце ружья сейчас. Солнце ружья последний ход сделает. Так, если солнце ружья, я должен сходить ружьем. Надо только выбрать позицию. О, отсюда можно. Вот так. Вот, отлично. Все, разнес. Все, столовая разрушена, враг побежден. Миссия выполнена. Лично первый уровень пройден.
Черт, на 4 секунды опоздал. Но я уже все, по-моему. Я, по-моему, уже везде успел. Так что можно особо не напрягаться. И второй уровень. Так я поскольку по 4 уровня буду проходить, наверное. И в одной серии пройду 5 уровней, чтобы 25 ровно было. 6 серий, чтобы уложиться. Черт, зачем я пропустил? Начни заново. Я хочу посмотреть еще раз предысторию. А то по привычке ее сбросил. Давай предысторию. Пробирайтесь по карте. Так я уже так понял, что мне надо пробираться. И крадите все вражеское снаряжение. Хорошо. Прежде чем они закончат переход ужаса. Что за переход ужаса? Идея есть? Видимо, надо украсть все их снаряжение. Все украсть? Да, именно что все. Ну так приступим. Ну, давай приступить, дай вот, отличный час. Евгений Онегин вновь всем покажет. Достигнет. Будет достигать новых высот. Так, первая пила. А, тут их целая куча. Только главное. Кажется, враги очень быстро вернулись. Ну, так всегда бывает. Вы там, а ну верните инструмент. Мелкие воришки. Ох, я кому-то сейчас врежу. Я сейчас сам врежу. Да почему он-то ходит? Я не понял вообще, это как? Это несправедливо просто. Так, солнце поэзии закатиться не может так быстро. Так, солнце поэзии нарывается на неприятности. Быстрее ищем. Это я собрал, нет? Да чё ты не бежишь-то? Беги, отлично. Так, Онегин собрал, отлично. Так, битва. Вот бесконечная битва просто. А тут что есть? Погоди, чувак. О, блок. Поставь пока блок. Ну, привет. Ну, привет, давай купаться. Вот так вот тебе. Плавать надо было учиться раньше. Так, тут дальше есть. Охранник пилы. Черт, он ранил 15. Ну ничего, сейчас мы отомстим. Где там? Дойти. А, так можно же. Смотри. Поставь вот так. Вот так пойду. Вот пила еще. Не останавливаться. Да я и не хотел останавливаться на достигнутом. Только... Только я не знаю, что мне. Ладно, схожу вот этим. Быстрее, пока время не закончилось. Беги быстрее, пока хотя бы пилу собери, хотя бы собрал пилу, отлично. Все, давай, ходи, пока там лимонка, вот лимоном ходит. Граната, лимон, фруктами кидается. Тоже мне. Так. Ходить я буду, пожалуй, Женей. Так что не останавливаться. Да я и не хотел останавливаться. Я уже говорил об этом. Так, что? О, базука. Отлично. Парашют. Не, вот к тебе спускаемся. Так, ну что ты смотришь-то? Ты был плохим защитником. Поэтому ты за это поплатишься. Вот так вот тебе. Все, прощай. Увидимся на небесах.
сделал последний выстрел из базуки. Вообще-то я сделал выстрел из базуки, и, кстати, далеко не последний, надеюсь, по крайней мере. Так, ты промахнулся. Чего сейчас? Евгений не остался неравнодушным после такого. Так, чё у тебя? Вот. Еще одна пила есть. Почему вы только пивами работаете, мне интересно? Да. Что? А, стоп, там же надо. Вы сорвали строительство вражеского моста. А, все что ли? Да как так? Там же нужно убить их вроде как. Не, это. Я хотел убить еще этого, ну ладно. Ладно, продолжу тогда. Ну, может, кстати, не на 6 серий, может, больше даже будет, потому что уровни сложнее пойдут. Я думал, где-то, ну, 8, может, будет даже. Где они? Здесь их нет. Поблизости должны быть бульдозеры. Так вон ты видишь. Вот. Хорошо. Вот они. Какой-то высокий червяк слишком. И быстро ходит еще. Нужно взорвать все три. Охранники точно услышат грохот. Ну, конечно. Конечно. Надо держать ухо востро. Но у тебя нет оружия. Не беда, оружие есть в контейнере. И вскоре прибудет еще. Все под контролем. Ну, как всегда. Как всегда, все под контролем. У Евгения все под контролем всегда. Но он просто об этом забывает. Так, где там? Где там наша первая машинка? Вот. Оп. Бегаем. Оп. Опасность близка была. Вах-вах. Все, вот это взрыв, вот соглашусь с этим. Так. Не останавливаемся, как нам говорили. Вот ты че прыгаешь-то? Надо в длину прыгать. Вот так вот. Собирать ящики. Хова, бросаю динамит. Черт, он достанет или нет? Ну, он вроде достать должен. Сейчас посмотрим. Да, достал. Отлично повеселились. Это последняя яма на его веку. В смысле повеселились? Ты больше не хочешь веселиться? А я хочу. Поэтому я взорву последний. Как к нему подойти можно? Вот здесь. А вот сюда пройти. Лестница для слабаков. Так, вот это, да, вот. Здесь динамит. Давай прямо на... Прям на гусеницу поставь. На память. И убегаем. Вах-вах. Отлично работает этому бульдозеру, конец. От него вообще ничего не осталось, а что ты делаешь? Они дорого стоят. А, я думал, они дешево. Пусть он и заплатит. И не только деньгами. Не, я забыл дома кошелек, поэтому прости. Документы тоже. Так что прости, давай в следующий раз. Ай, зачем физическое наказание? Опять 15, что? Мне кажется, и в следующем уровне мне нанесут урон 15. Ну ничего, у меня секретный план. Но все-таки, хоть кошелек и документы забыл дома, я все-таки... Не с пустыми карманами сюда пришел. Очень тихо, так. Тихо, пока они не видят. Пока они там. Просто что-то считают пальцы себе на руках. Просто. Обстреляют.
бомбардировка. Вот так вот неожиданно, да? Прям как коронавирус неожиданно. Вот. О, сейчас... давай прикончи второго своей же. Своим трупом прикончи второго. Пожалуйста. На тебе. Вот, красиво полетел. Черт только остался на суше. Ну, на тебе. Вот так вот. Вот так вот просто, как ниндзя одним ходом все сделал. Готово. Вы уничтожили бульдозер. И врагов. Не, враг сам себя уничтожил. Вообще-то, если честно. Идем дальше. Вот, вот это я выложился просто в секунду. На прошлом уровне в 2 секунды. Так, чё, 4-й уровень, побег. Я помню, это в стиле спидрана такое. Даже не знаю, там можно, конечно, посражаться, но я, наверное, все-таки пройду спидраном для разнообразия. Так. Да, загружайся уже быстрее. Строительство оружейного завода вашего противника. Приостановлено на время визита инспектора. Поэтому строй площадка пуста. Кто здесь? Что ты здесь делаешь? Почему ты? Мы же вдвоем. Только что прибыли инспектора. Они тебе не обрадуются. Этот сотрет ухмылку своей физиономии. Никакой улыбки не... Кажется, они изрядно злы. Тебе нужно подняться на самый верх здания. Забрать ящик с крыши. А зачем еще раз злить? Я не понимаю. В нем парашют. И прилететь на платформу крана. Чем еще сильнее? Тогда будешь в безопасности. Почему в безопасности? А, потому что не догонят. Ну пошевеливайся, быстрее, спидран. Солнце, поэзии, прощай. Все, Евгений Онегин идет в бой. Так, бежим быстрее. Пропускаем вот так. Быстрее. Пока не закончилось время. Быстрее, это спидран. Ящик быстрее, берись в руки. Я уже понял, что мне делать. Спрыгивай. Оп, спускайся. Оп, идеальные тайминги делаем. И готово. 15 секунд осталось. Вот число 15 постоянно фигурирует. Я не понимаю. Это мое новое счастливое число. Так, следующий уровень. А следующий уровень уже, по-моему, более продолжительный уже будет. Так что посмотрим. Отсюда уже повеселее, наверное, будет. К тому же. Да, что уже 18 минут записи, и это только 5-й уровень из простых. Покончим с этим и побыстрее. Нужно уничтожить то здание, взорвав слабые места в конструкции. Возможно, мы не все знаем. Или не все. Агенты. Агенты? А что агенты? Всего-то парочка. Что значит всего-то парочка? Ну, один. Еще один. Парочка, как говоришь? Подожди, я еще не закончил. И еще двое. Две парочки уже. И еще один где-то на крыше, уже пять. Я тебя ненавижу. Я знаю. Евгений Онегин все знает. Так, чуть не разбился, отлично. Идем. Поэтому у меня где-то 8, наверное, серий будет все-таки. Черт, у меня нет дробовика. Поэтому из чего стреляться? Из винтовки это нечестно. Надо
без этого прицела, поэтому вот так вот взрываем динамит. Просто Евгений террорист какой-то. Так, давай, агент Деннис. Чё ты можешь, какую операцию провести? Пфф, вот эта операция. В воду попасть с такого расстояния, это, конечно, мощно. Так. Чё тут можно сделать? Кроме динамита. Где? А, ящики потом будут попадать, точно. Чё там дальше можно сделать? Попробуй идеальный тайминг сделать. И отравить вот этих двух агентов. Давай. Ну, давайте, вас униформа не должна же спасти. Вот первый. Ой, прости, я тебе прервал время на раздумье. Ну, чё там? Они вдвоем же заразились? Да, вот, отлично. Тайны не соблюдены. Давай, кидайся, лимоны. Да чё ты, лимоны, гранаты. Кидают меня, и всё. 9. Хотя бы не 15 в этот раз. Так, солнце, ружья-то оно должно точно. Да что ж ты делаешь? Беги. Надо что-то нам... Динамит взорвать? Не знаю. Ладно. Агент, привет. Как дела? Я вообще, меня не это сейчас интересует. Ты пока прикрывай мою шкуру вот так. Я пока сам свою операцию сделал. Я не агент, конечно. Но я должен ее сделать, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я почти попал по динамиту. Ну ладно, хотя бы агент купается. Хотя опять же без подготовки. О, часовой прям стыд. Да, опять лимон. Чё он, бананом? Бананом еще можно кидаться. Лимоном. Гранатом. Какие тут еще есть? Какое вкусное оружие тут есть? Старушка это нет. Нет. О, овечка. Точно, овечка вкусное оружие. Поэтому... Надо сходить овечкой. Все, я поставил себе такую цель. Сходить овечкой. Вот что тут, сколько тут здание вообще в непригодное состояние привели. Смотри, овечка, только не прыгай. Не прыгай. Вот так вот тебе и динамит уничтожил. Вот так вот. Мощная овечка просто. Не зря на ферме пас 3 года. Все выросло какая отличная. Только я ее потерял. Так. Ну, агент, у тебя... Че, дробовик? Я так и знал, что у тебя дробовик есть, а не овечка. Ну, ничего. Дуэль с Дантесом объявил, значит, да. И с Евгением, вот это просто треугольник из дуэли, как из любви треугольник. Давай, это из ненависти треугольник. Так, а тут ящики не выпадали, кстати говоря. Надо собрать. А можно было этого. О, банан, все, полный комплект вкусного съестного. А, нет, супер овца еще больше съестного набрал. О, машина. Давай. Вот так вот тебе покушай банана. Покушай, пока не раздвоился, не успел. О, Дантес чуть не поранился. 32 всего лишь. Ну, печально. Осталось супер овцой сходить.
Ковача отошел там лимоны. Лимоны уходят. 41. Ничего, солнце поэзии хватит теперь. Так, вот можно подстрелить. Как птичку подстрелить. Давай. Вот тебя, Чеш. На тебе овечку. Тоже 3 года растил на ферме. И еще потом 2 года трессировал, чтоб летало, все, пока. Черт, уже 25 минут. Придется потом обрезать еще. Точнее, склеивать. О, озеро Байкал образовалось. Святая бомба, точка. Чему там точкам интересно? Этот вопрос меня волнует уже долгие годы. Опять лимонка. Ай. Что-то не попал, нет? Нет. Потому что больной ходил. Ну что тут еще можно делать? Ну. Смотри. Как там? На, смотри, какой у меня шлем прочный. Его не пробьешь просто. Поэтому не нужно было меня пытаться убить. Все. Надь. Ах, черт, отравился. Как не повезло-то. 40 тебе хотя бы. Бабах, вот. Родил ящик мне зато. Ну как так можно? Родил. Давай. На волоске уже. И то ходит. 20. Я думал, не попал. Так. Дантес. У Дантеса должен быть дробовик. Но дробовика нету. Поэтому я его ищу. В противном случае придется использовать базуку. Может, ракет слишком читерна. Святая бомба. Тогда... А, ракеты и так нету, поэтому базука. Смотри, можно под... Давай вот так. Подброшу его. Ну, черт. Как-то плохо полетел. Он слишком тяжелый. Шляпка тяжелая у него. И очки. Все проваливаем. С поля битвы. Так. Димон, только не подбирай ящик, пожалуйста. Пожалуйста, не надо, ну черт. О, спасибо. Ты его не заметил, спасибо большое. О, кривой. Че, Евгений ходит. Ну, Евгений... А, один остался только. Ну, Евгению-то дробовик точно должен попасть из ящика из этого. Я же правильно все понимаю. Нет, банан попался. Какой-то банан. Ну, смотри, давай банан. Он же слабый, поэтому у тебя одно здоровье, тебе хватит все равно. Ой, куда за мной полетел? Ох, хотя бы перелетел. 33. Не надо только в озеро меня скидывать, пожалуйста. Нет. Фух, не скину. Теперь, когда мы разобрались с врагами, давай взрывем это здание. Давай. Я не против. Солнце поэзии. Так. Давай. Поднимайся. О, какой динамит мелкий. Так. Я не ищу легких путей. Я стреляю в дальний без приближения. Он синим пламенем загорелся. Вот это да. Так, и кто дальше доходит? Солнце, ружья. Так.
Вот нельзя просто. Тут нет даже выбора этого. Солнце поэзии, прости. Мне придется. Пожалуйста, прости. О, ты выжила. Ты не закатилась в солнце поэзии. Вот это круто. Еще два осталось динамита. Где нет? А, вот. О, ящик, кстати. Сейчас мы подберем ящик. Вот прыжок, только не скатись, отлично, бомбардировка. А как я мог бы попасть? Ну-ка, давай. Опа! Оп! Черт, перебросил динамит. Ладно. Или он достанет? Да, достал, отлично. И теперь... Нет. Евгений не может совершить суицид. Это должно сделать солнце поэзии. А оно закатилось, а не Евгений Онегин. Поэтому сейчас мы суицидик-то совершим, только надо аккуратно. Так, поворачиваем. Быстрее. Быстрее. Вот, отлично, совершил суицид удачно. Отличная работа, студенты. У нас было отличное практическое занятие. Просто потрясный умер один студент. Просто невероятное, да, я соглашусь. Вы узнали столько всего интересного. Да, я узнал, что студент может сам себя убить во время занятия. Пора сматываться. Стоять. Чё ты мучишь, как... Не с места, а знаешь, что за всем этим кроется. А я не... О чём это они? Понятия не имею. Лично я принёс машину времени. Нам нужно сделать следующее. Что? А, всё, бежим, я понял. Теперь... Всё, готово, 5 уровней пройдено первых. У меня анимация не работает, только... Не понимаю, почему. Так что, ладно. Придется на этом закончить, наверное. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.